Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 23-й выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Сегодня я приступаю к квестам с убийством ЧВК и Диких в условленной экипировке и оружием 12-го калибра МР-153. Сразу перейду к итогам розыгрыша доступа в игру. Победителем стал зритель с ником «Дедушка Ленин». Поздравляю с победой! Ключ с доступом в игру специально для розыгрыша был предоставлен также зрителям канала Александром, за что тебе отдельный респект. Жму руку. Также отдельное спасибо Маркенштейн, Акапох, Сенсей, Гаракун, Ноунеймчик, Антон, Лигдер, Харонович, Бедолага, Сирота, снова Антон и Виталий. Да воздастся вам десятикратно ваша доброта. Спасибо, парни. Предстоят тяжкие рейды, поэтому пожелай мне удачи в бою. Всем приятного просмотра. За предыдущие дни отсутствия фильтровалась вода, варились биткоины, горело топливо. Трудились дикие, не погладая рук. Подвалила гора целая страховки. Ничего себе, сколько тряпок пришло. И снова дикие трудились. Что-то они мне одни пушки приносят. Так, теперь мы их будем отправлять за самогон. Ну и на день грядущий ставим воздушный фильтратор для бонусов пущих. И первый самогон пришел. Во, уже поинтереснее что-то. Окей, еще отправим сейчас. Итак, начинаются кровавые деньки, когда я буду ходить с МР-153 с дробовиком 12-го калибра, но возьму с собой дополнительное оружие для того, чтобы попробовать сделать квест с убийством в голову на дистанции более 100 метров ЧВК. Это будет как раз в начале рейда, скорее всего, так что будем надеяться, что получится это сделать как-то параллельно. В игре подвозят уже ивенты, скорее всего, это дело клонится к вайпу, сходка боссов у нас тут уже имеется, чтобы выполнить этот квест. Посмотреть надо на сходку боссов, выйти с локации со статусом выжил, но я только пришел с резерва, поэтому назад возвращаться на резерв. Лучше я по старому плану пойду, где нужно убивать 15 ЧВК на таможне, и попутно сделается квест с убийством 20 диких и 10 ЧВК с 12 калибра с глушителем. Есть в схроне еще несколько пушек, да и СВД пришли по страховке, так что я буду их брать, наверное, как дополнительное оружие и пытаться выполнить стрелок от бога. Мне всего 2 ЧВК осталось убить в голову с дистанции 100 метров. Ну и на таможне я буду по возможности заглядывать попутно в какие-то сумки, тайники, сейфы, благо у меня ключи от помещений всех, где находятся какие-то сейфы, есть. В сейфах больше шансов гораздо, я думаю, найти льва и закрыть красиво «Жить не запретишь» квест. По ключам на таможню беру старый набор, денежка с собой обязательно для экстренного выхода, как план Б. Ну и по ключам у меня 105-й сейф, так, ключ таможни сейф, 214-й сейф. 110-й сейф, ключ от заправки сейф, 204-й сейф, 114-й сейф, ну и меченку будем заглядывать, если будет возможность. В общем, будем любопытствовать. Все, идем на таможню, а можно и вечером, я думаю, посмотрим, как там загрузка будет. И все страхуем, достраховываем, точнее. Посмотрим на активность, если что, с утра будем запускаться тогда. Так, это я... Понятно. Идем, значит, перед собой можно посмотреть. У меня там спаун передо мной, прям за ЖД. Кто знает, может сейчас какой-нибудь Диса тоже там выглянет, и я... Дам. Самое рыбное место, скажем так, по моему квесту, это, конечно, ловить на перебежке где-то. Есть и другие места интересные, но самое открытое и самое очевидное – это перебежка через канал. Так что я постараюсь сразу же туда заглянуть. Вот здесь можно и попробовать. Вон там на мосту могут быть. А могут и не быть.
Все-таки я на 100% пришел к тому мнению, что надо делать пораньше квесты подобного рода. Ну, пораньше квесты делать, я имею в виду, если прям конкретно целишься на капу. Если делать капу, то надо делать сразу квесты. Делать сразу эпсилон, делать сразу 100 метров в голову. Сейчас активность и без того не такая уж и большая на локациях. Хоть и таможня и не самая скудная по ЧВК, да, локация. Что-то я никого не вижу. Но благодаря ивентам сейчас еще больше интереса у народа, оставшегося на данный момент в игре. Вызывают интерес ивенты. Все чухнули на резерв. Именно тогда, когда я там 100-метровку доделал, и сразу же. Вот вам ивентики. Но мана, но мана. Пошли на таможню, посмотрим тогда сумку. Сейф. Там даже пару сумочек можно будет поглядеть. Будем поглядывать льва. Ну и может диких пошмаляем. 20 штук сами себя не настреляют, как ни крути. Все самому надо делать. Так, это у нас тихо вроде. Сумочка. Вот здесь возле матраса еще спавнится всякая... Всякая всячина. Открывай, чувак. Понял. Тогда наверха. Я вижу прекрасно, что на канале сейчас активность падает. Что интереса все меньше и меньше. Проявляет народ к пути со дна. И это понятно. Сколько можно путь этот продолжать. Но это все из-за того, что я где-то делал паузы в 2 недели, в неделю между выпусками. Где-то и больше, по-моему, даже был момент. Добрый вечер. Но это ничего. И путь, скорее всего, завершается, судя по тому, что проходят сейчас ивенты, обновления, прочие прелести. Неспроста это все, неспроста. Канистра с топливом. Интересно. Пока не стемнело, я предлагаю тогда пойти на ту сторону. Постреляем тогда диких, попробуем. Чтоб совсем с пустыми, с пустым прогрессом не уходить с локации. Я думаю, так будет правильно, да? Не, уже смеркается и... Если не сейчас, то лучше... Нет, пойдем. Тайники не вскрыты.
Ладно, тогда денежку подколымем сейчас. По сумкам, тайникам. Если не встретим, не умрем от ЧВК. Постараемся от диких тоже не откиснуть. И все будет нормас. Вот тебе порох, пожалуйста. Подколымем деньжат, докупим видеокарт. И может быть сегодня получится тогда зарядить улучшение биткоин-фермы. Тогда моя совесть будет полностью чиста. Во, на крыше ходит снайпер. Как полностью? В игре. Так как я обещал с первым выпуском, то что будем прокачивать полностью все убежище, полностью всех торговцев. О, есть контакт. Это дикий. Вот он мне нужен. А вот он. Хорош. От АП патрона АП-20 отлетают дикие. Очень хорошо даже. Рублей, ничего себе. Где-то я слышал, лязгнул патрон по металлу. Возможно, на базе решала где-то. Где-то кто-то. На той стороне крыши. Ну ничего, мы тогда здесь сейчас. Порядок наведем. По-любому подтянется. Где ты там? Ой, там смотри еще. Ну, кого сможем, того достанем. Здрасте. Упал. И это не он, вот он. Опа. Видел, да? Еще один на стройке. Вон он, вон он. Фить и нету. Куда делся? Не понял. Показалось, что ли? Да нет, навряд ли. Что-то и снайпер притих. Ох, не совсем, конечно, правильно вот так вот браться и лутаться, но я по-быстренькому. Это чего? Куда делся? Ну давай, лутай. Вроде нажал, он не отреагировал. Ага, общаги. А, нет. Да, общаги, по-моему. Точно общаги. Готов. Где-то тут внизу был еще один товарищ. Куда делся? Я что-то не пойму. Либо это дикий где-то тут курсирует. А где-то тут. Это какой-то есть звук. Дикий, походу. Ага, по кустам. Точно не послышалось. Вот он, блядь, вот он, ебать!
Вот так вот. А, вон он. Нифига я его не заметил. И он тут... Ой, тупит. Ну вот тебе и походу и делается квест. С тихим калибром. Вообще квест сложноватый. Было бы хорошо его сделать. Подходов 2-3, но это получается мне надо будет убивать по 5-7 ЧВК за... Мамочки! За один день. Нифига ты. Ага, дикий тоже. Нормально ты. Общежитие я ж хотел посмотреть. Ой, все, уже не видно нифига там общежития. Понял. Где-то там шарохается. А мы на базу пойдем, решалы. На базу решалы, может тут сейчас что-нибудь. Какие-нибудь заводские-нибудь. Не? Не, вряд ли. Так, а тут я чем поживиться-то могу? Тут поживиться мне... Если только тут... На складе... Нет, мне такое это все не пойдет. Мне нужны какие-то сумки, что ли. Сумки-тайники. Твою мать, испугал, блин. Вы что кошмарите-то меня? Ага, спускается, да? Точно. Как ты успел шмальнуть, а? Я еще такой меткий. По одной руке, по другой руке сначала. Успел. Бахнул по руке. Хорош. Нет, темная ночь уже начинается. Я не хочу по темникам сейчас все это дело шарохаться. Я лучше... Я лучше возьму сейчас, да и выйду. ПСки нам не интересны. Опа, просочился. Никто тут не открыл. Нет, не открыл и рычаг не дернули. А кровь от кого? С верхнего этажа капнула. Есть старая заправка, выход. Если он работает, то я просто тогда там выйду. Я лучше по светлу полазить хочу, а то... Она, конечно, атмосферна, но народу как-то не особо много. Постреляли в общаге только, и здесь где-то полязгали пули. Вся войнушка. Да, работает выход. Отлично. Ну, тогда и тянуть не будем. Пару диких бы еще тут. Но никого. Только кочетов крепления.
Ну и ладно, пойдем тогда выйдем. Лучше сейчас по дню загружусь. Может быть, чуть поживее, поактивнее будет, да. Но я примерно так и предполагал, что будет довольно тихо на таможне. 17 минут, есть 6 диких. По квестам идем дальше, это уже норм. Плюс деньжат немножко подзаработаем, тоже годнота. Долго маяться зато не придется, выгружаю добро, продавать его чуть позже буду, пока место в схроне благо есть. Докину только патронов, подкрепиться, только покушать, попить, если. Ну и все, в принципе. К бою готов. Идем дальше, 10 утра теперь. Все застраховано. О, а мешок я что, не застраховал, что ли? Все то же самое, только теперь по дню пойду. Я предполагал, что на таможне будет тишина, и благодаря ивентам в том числе. Ивенты сейчас сыграют злую шутку надо мной. Ладно, мы докуда дойдем, до туда и дойдем. Зато следующий сезон уже будем конкретно знать, что нам надо, куда идти и зачем нам идти. Я на стороне КПП, значит, мне нужно будет двигаться в правую сторону. А 100-метровку где? Можно будет здесь же 100-метровку, кстати, посмотреть. Если в спину никто не подскочит, то можно будет посмотреть заводскую зону. Кто-то, может быть, на перепрыжке будет, кто-то, может быть, на ЖД. Или просто по территории шататься. Да, вспомните начало вайпа, да, первые выпуски, какой здесь движ был, просто капец, бах-бах. Бегали там с пистолетами, с ножами, туда-сюда. И какая тишина сейчас. Вот когда сделал все нужные для открытия квесты, когда прокачал более-менее хотя бы до 10 уровней там основные навыки персонажа, силу, выносливость там, да? Вот теперь ты играешь в свое удовольствие. Бар, вот это чувствительность. В такие моменты обычно я и вайпаю свой аккаунт, не дожидаясь основного вайпа. В общагах стреляются. Потому что квесты такие, но очень уж долгими и сложными в выполнении получаются. Вот примерно пару... Снайпер на месте. Вот примерно пару месяцев до вайпа, это вот самый интересный момент, когда ты сам вайпаешься и на более-менее тихих серверах начинаешь бегать, выполнять основные квесты, много чего нового для себя открываешь. Какие-то новые тропинки, я не знаю. Позиции интересные. Начинаешь понимать, где какие места спавна того же лута. Да, если бы не было необходимости монтировать все это дело, очень много времени уходит на монтаж. Я никого не вижу. Если бы не надо было тратить время на монтаж, то тогда, конечно, можно хоть через день выпускать видосы. Гораздо быстрее был бы процесс. Точнее, короче, путь бы был со дна гораздо. Дикий лазит. На пятый цех смотрит, но там никого я не вижу и не слышу. Что это ты задумал? Он просто патрулирует, он ни на кого там
и не смотрел, судя по всему. В стороне стройки новой. А чё я стесняюсь-то, собственно? Пойдем, пока сейф поглядим. Что-то я зациклился на этой 100-метровке. У меня же основная задача-то совсем другая. Но правда, когда-то выполнил из 12 необходимых убийств 10, и осталось всего 2, да еще и на крайне знакомой локации. Конечно, есть соблазн закрыть его побыстрее, этот квест. Так как эти 2 убийства позволят мне по-быстрому закрыть целых 3 квеста. Это первый квест с этим убийствами, с этими двумя. Плюс 50 тысяч евро мы быстренько накопим. Закроем еще один квест, и потом подъедет еще один квест до 9 уровня. А мы по факту уже будем 9 уровня. Владение, я имею в виду, снайперскими винтовками. И еще и третий квест закроется автоматически у меня. Это заберем. Здесь есть такая скорая помощь, в которой нету ничего. Там на сидушке внутри может спавниться ключ от МЧС. Я его в свое время покупал задорого. А вон сидит. Что-то мешает-то. Отсюда щелкнем. Да, это дикий. Это что такое? Опа! Это ЧВК. Но я же попал! Понял, понял, понял. Пока я попаду по вам, конечно, все правильно, пацаны, все правильно. Еще и дикий живой там до сих пор. На еще. Да не рассказывай ты всем, граната. Ага. А где вы, парни? На территории? Да, они. Опа. Один тут. Второй. Второй по той стороне пошел обходить, да? Или ты отсюда кидал гранаты? Блин, у меня рука прострелена. Ну давай. Давай. Проверяй. По жопе тебе. Ну да, таких пацанов не так просто завалить. Опс, как не вовремя. Готов. Есть. Первенец от... Ой, я в автобус залез. Вези меня, командир, домой. Первенец есть. С почином. Осталось 14 ЧВК. Упс. Нормально это как-то. Так, ну ты сейчас будешь либо обходить меня, да? Либо что задумал там? Как мне придумать? Может, прям тут пофиг и пришить руку? Так-то, я думаю, я услышу его. Это добришко скинем, вряд ли я уже. Да, скорее всего, даже с насыпи там не было 100 метров до этого разлома, так что... Можно было сходу джубошить с дробовика.
Тут я его по кустам услышу. Да и справа, я думаю, кусты тоже услышу, да? Не так сильно палюсь. В общагах интересности. Так, а что если... Ух ты, там еще СКС шлепает. Давай через заводскую. Блин, тут елка мешает. Отхилюсь. Чего у меня там, блин? Грудь, голова. Да не так сильно пострадал. Вляпаешься в колючку и все раздербанил себе. Кстати, экипировку я не менял. Скорее всего, это был какой-то баг или недоработка, когда СВД держал, тогда клешня торчала слева. А сейчас с дробовиком все нормально. Видимо, конкретно с СВД несовместима экипировка. Сейчас мы тебя обойдем незаметно. Если он там за деревом где-то будет... Ой, за деревом, говорю, за стенкой, за шлагбаумом. Шататься, то мы его... Шабаркнем по башке. Понятно. Так. Куст сел. А чё он там сел? Или я чё-то не понял? Блин, и гранаты нету, жалко. Он раскидывает карифана, что ли? А, он завис, смотри, он бежит на месте. Все, устал. Да ладно, я второго убил. Не совсем по чесноку, но... Как магем, так и джобошем. Что-то пушка у тебя... А... О, нифига, четвертый. Ну ладно, раз четвертый. Бронеразгруз не будем брать. А вообще, если он четвертый, откуда у него ТВшка-то? Вряд ли это его, да? Походу, вот этот старшой у него. Да, реально, смотри. Упал. О, вот этот повкуснее пацанчик. Ну да, это постарше уже получается. 52-й. Вот так даже сделаем. ТП забираться. Ежедневник забираться. Рюкзак мне большой такой не нужен. Дай посмотрю ханканшку, братан. Ну и все. Пойдем позырим, что там за стрельба.
Слышал я, по-моему, ТОС. Я вот не знаю, я путаю постоянно ТОС и Мосинку на большой дистанции. Скорее всего, это был ТОС, дикий какой-то стрелял. Ну а второй был СКС однозначно. Тут не обманешь уже. Вот СКС бы я сейчас посмотрел бы, подловил бы. Кто такой жульбан тут двигается с СКС-кой? А может быть с СКС-кой, кстати, тоже дикий был. Могли ли это быть челоботы? Да запросто, я думаю, могли бы быть челоботы. Тут уже и время такое, да и сейчас диких подгружает пораньше, очевидно. Сейчас активность большая на резерве где-нибудь. Как пить дать. Хрен попадешь еще. И не упал. А интересный персонаж был с СВД. Но у меня патронов уже маловато. Я, пожалуй, пойду общаги по мацию. Да и все. Пострелял от души. Надо с собой патронов побольше брать, наверное. Патронов 50, что ли. Тем более, пока есть необходимость по диким шмалять, да? Сейчас патронов даже можно по 60 брать, может быть. А то что-то они как-то разлетаются очень быстро. Рублики. Посмотрим общежитие. Тут тайник есть у нас. А он открыт. Понятно. На пятки я кому-то вряд ли наступаю. Возможно, разминулись просто, пока я там обходил все это дело. Там дикий еще лежит, что ли. Не, не буду его смотреть. Пойдем. Пойдем тогда в общежитие сходим, поглядим. Что... Ну, в общем, двухэтажное общежитие. Там три у меня будет сейфа. Если ничего не лутано, то как раз будет хороший шанс найти какую-нибудь... Не какую-нибудь, а конкретную статуэтку, да? Может, еще что по ценностям получится поднабрать, да и выйти с рейда. Что там, банка майонеза валяется или что это такое? Вот. А ведь это мог бы быть лев вместо ворона. Термит. А, нет, это какое-то вещество, да? Окей. Забираться. Пойдем дальше зырить.
у тебя? У меня энергия, гидрация, слушай. А мне нечего попить пока. Так. Еще один ворон. Еще одна статуэтка. Вот так вот лев и найдется потихоньку, я думаю. Смотришь ворон, смотришь конь, смотришь там кот. Смотришь ваза, хоп, и лев рано или поздно будет. Так же и с этими ЧВК, которые надо убить с дробовик. Ага, дикий там. Понял. Но это даже неплохо. Даже с этими ЧВК, чтобы выполнить квест, убив 15 ЧВК... Думаешь, боги, как его делать? Это же просто пипец какой-то. 15 ЧВК с дробовика, без шлема, без ничего. А с другой стороны, двоих-то уже убил. Если убил хоть кого-то, то значит смогу убить всех. Это как ранить чудовище какое-нибудь невиданное. Если у него есть кровь, значит его можно убить. Ха, как сказал-то. Походу я последние патроны зарядил. О, еще один. Вот теперь точно у меня нет патронов. Но у меня хакашка. Почти полный, 60 патронов, так что... Но мне с какашки убивать не надо. Мне надо с мурки убивать. Так что я посмотрю. Около половины. Я посмотрю просто тогда сейфы и пойду домой. О, еще 20 рублей. Но мана. Кучеряво живете, пацаны, по 20 тысяч в кармане. Кто стрелялся-то тут? Интересный вопрос. Поехали. Вся третья мурка. Мне ее некуда пристроить. Да и стоит она. Егерь-то открыт полностью. О, можно подкрепиться. БП. Но мне места нет. Закрыто. Странно. А кто тогда воевал? На третьем? А, походу, за Меченку война была. Лев! А, я думал, уже лев. Там 6 ключей как раз и там часы. Окей, заберем часики. Вот так вот, я-то думал. О, уже пацаны, есть точило.
Значит, сейчас поднимемся на третий этаж, посмотрим меченку, спрыгиваем и уедем на тачке. Те, кто воевал, судя по всему, уже... Да, свалили отсюда. Чтоб не подглядывали мне. Рублей сушняка нет. Чаевые оставили мне. Да, меченка вскрыта. А, вот и война. За меченку где была. Ну все, все теперь сходится. Можно теперь... И до дома валить. Ксюха бесхозная лежит. Надо. Лучше в новый рейд зарядимся. Вот так вот. Блин, сок подъехал. Во. Все равно дома придется хавать. Лучше это в рейде сделать. С расчетом на метаболизм, который до 20-го уже поднялся. Выкупаемся, и пока идет отсчет, у меня целая минута есть. Я хочу до палатки сбегать. А, там сумки же нет, сумка в другой палатке. Ну ладно, там ящик есть зато. Думаю, успею без проблем. Ну и ладно, ну и не надо. Так, по антиквару все-таки что-то имеется в сейфах, заметили? По антиквару статуэтки. Коня, ворона две штуки. Часы антикварные. Вот. Так и льва найти. Проще гораздо. Сейчас быстренько выгрузимся. У меня уже смысла нет продолжать этот рейд, потому что у меня патроны просто-напросто кончились. Надо докинуть патрошек себе. Итак, счет открыт. Бир Юсек, 2 ЧВК есть, плюс еще немножко диких подсыпали. Прогресс... Имеется. Все, барахляндию скидываю, мне собираться абсолютно ничего не надо, не докупать, ничего. Только патронов нужно будет взять, покушать, попить. А ох, чувствую, я деньжат подзаработаю сегодня с такими темпами. Беру с собой СКС-ку, натяну на нее глушилу, большой магазин АБП патронах, так как я предыдущую волыну забыл забрать вообще, да и мне ее складывать некуда было. Вернется к следующему выпуску по-любому. Все это мы возьмем на таможню, 15-21, дострахуемся и вперед. Все равно эту СКС я вряд ли уже буду использовать, она у меня лежит бесхозно в схроне, и продавать как бы он не продавал, и использовать не использовал. Вот сейчас самое время, и не жалко в принципе, там СВД, которые пришли тоже по страховке. Если что, их тоже буду использовать в этом деле. Во как, я опять на трейлерном парке, пойдет нормально. Я с собой, кстати, взял один, ням-ням-ням, как его правильно так сказать, инъектор, который... Повышает там внимательность и прочие прелести. Мне как-то в комментариях писали по поводу того, что можно найти более ценный лут, используя этот инъектор. Но я попробовал его, испытал на ПВЕ пару раз. Единственное, что он ощутимо дает, это то, что поиск совершается гораздо быстрее. А по луту так... По-моему, то же самое все. Оба. Ну, похож был на дикого, хотя там спавн ЧВК.
А, так я же с СКС убил. Ну и там 100 метров вряд ли было. Короче, я сейчас не пойму, кто это был, да? Я не с того оружия, не с той дистанции его. Хотя нет, вроде солидная дистанция, да? Сейчас позырим. Чего это? Как это так получилось? Нет, это дикий. Это обычный дикий. Да. Азимут заберем. Да, будем куколки-тряпочки склядывать, которые найдем. Так, сначала, наверное, ЖД надо будет переход посмотреть. А потом уже отправляться за сейфом. Так сказать, по горячим следам попробуем кого-нибудь вычислить, выследить. О, погода подпортилась. Это сегодня явно не мой день для стометровки. То вечером вышел, то слишком близко выходят, то погода подпортилась. Я, наверное, даже соседний берег-то толком не увижу, да? Ну да. Нет, я не вижу никого. Предлагаю тогда сходить в Таркон. Отсюда хороший еще обзорчик. Никого не видно. Давай тогда в Таркон сходим, в таможку посмотрим. Чего интересного там приготовила таможня мне. Инъекцию с этим препаратом введу не здесь, не на таможне, а в этом, в общежитиях. Там больше сейфов. Там, я думаю, будет правильнее все-таки использовать его. А то здесь ради одной сумки сейфа с курткой. Нелогично. Нерационально. Да, когда-то просто так зайти сюда было невозможно абсолютно. Я даже не про то, что нет ЧВК, а про то, что даже диких нет. Я как вспомню свои начальные рейды. Диких тут капец кишило. По двое, по трое минимум. Вот, тут железяки всякие лежат. Возле матраса спавнятся. Тут, говорят, видеокарту можно найти. Но я пока не находил ни одной. Будем поглядывать. По морям. Может, не брешут. Хавчик. Уф, блин, я честно, я уже думал, вот он, наконец-то. Кот! Кот, зараза. Но статуэтки чаще, очевидно, чаще попадаю. Постоянно, если в рейдах смотришь... О, нифига себе, какой ключ нашел. Это что, тут санитар, что ли, орудовал? Куртеху свою оставил с отрез ключиком. А, нифига себе.
Интересно, девки пляшут. Забираться. А можно и компы попялиться, наверное, да? Чё я там в компах могу найти? Видеокарту-то вряд ли найду. Хлам только, если какой. Не, нифига. Еще и стекло немножко обзор портит. Ну, окей, тогда... Тогда на ту сторону посмотрим, чем там можно будет поживиться. Надо не забывать, что можно еще и найти статуэтки и не только в сейфах, но еще и в куртках и в обычных тайниках. А тут у нас под трубами два тайничка имеется. Дикие там не подвезли. Интереса никакого. Вообще ни души, я даже диких не вижу, если честно. Опа-на. Я его вообще даже не увидел. Я там пялился. А. Ну чё, хорош, Алекс, дал мне в ухо. Я там пялился в эту сторону, и в оптику, и шмоптику, и по-всякому. И как раз идеальный такой тайминг попался, когда я... Ну, в общем, я это все просмотрел, проморгал. Обидно, досадно. Ну и ладно, такое тоже случается, не все коту масленица. Мурку новую будем собирать. Я буду брать короткий самый ствол, 611 мм. Буду брать спрут, для того, чтобы фонарик была возможность прицепить. И буду направляющую брать. Для прицела. Плюс магазин на 8 патронов от 133 мурки. У нее эргономика минус 2, а здесь минус 6 на родной. Поэтому лучше 133 мурки берем магаз. Берем переходник под внешнюю резьбу и глушитель гексагон. Коллиматор я никакой не покупал, потому что у меня коллиматор уже имеется. Такую сборку я, пожалуй, себе и сохраню. Все, я готов. СКС 2 точно такая же. Трофейная лежала у меня давным-давно. Так что я готов, пожалуй. Таможня 17.30, давай попробуем сходить. В прошлый раз 19.30 было. Было поздно, сейчас еще пару часов дополнительно будет. В общем, думал я над тем, как сделать. Может быть, не стоит публиковать рейды, где я не убил никого из ЧВК. Но вместе с тем у меня есть квест на убийство еще и диких с глушенного 12 калибра. Поэтому я решил все... рейды, которые есть, публиковать прям подряд. Торопиться я уже не вижу смысла. Я в любом случае уже не успеваю как по вайпу, который грядет, судя по всему. Либо со дня на день, либо с недели на неделю. Ну и плюс ко всему я ограничен до примерно середины июля игры на этом аккаунте, так как приезжает хозяин аккаунта. И я в любом случае успею только то, что я успею. Все равно видосы уже не как гайд, а просто как развлечение, как сериал и кино, как вы сами пишете. Поэтому шоу продолжается. Вот так вот меня заспавнило, да? Это я чё? Это как я провинился на КПП? Не, ну нормально. Сейчас жахнем морфия. Терц. Все, ничего не страшно. Снова взял этот препарат. Может быть, в этот раз я добегу до общежития? То в прошлый раз что-то пошло не так. Попялимся самую малость здесь со скалы. Правда, видимость... Я того родственник. Опять ни черта не видно. Дождик. Что-то я и не подумал про этот дождик. Ходят тут всякие. Да пошел ты патроны тратить на тебя. Я со 100-метровкой мне точно сегодня ничего не светит. Ну хотя бы диких можно попробовать сегодня сделать. Человек 10 есть так-то.
Опа. Это на меня агр. Что там? Представляю, как со стороны сбоку это выглядит. С забора торчит ствол такой. Ну давай диких покошмарим. Че, на заправку заглянем, там у меня ключик есть. Можем ключиком попялиться. Что там в сейфе есть? Такие патроны. Не знаю, не помню, стоит чего-то, нет? Они заводские или там случайно, а? Что-то голос прям так похож был хорошо. Целый магазин насобирал АП патронов. Днем с огнем ЧВК ищи теперь на других локациях, кроме резерва. Ты, а че я стесняюсь? Хожу, что-то выцелят. Пойдем, мне дикие нужны. Сдохну так сдохну. В схроне есть тряпки. Деньга есть, если что, докупить надо. Это скромничаю, хожу. Вот, понятно. Но все хана ему! Вон он. Надо тренироваться, эту харизму. Прокачивать по самому началу. А то она не нужна, конечно, для капы, но хотя бы с дикими поорать на них. Целый квест можно будет закрыть. Но это не тот голос, который на меня гавкал. Первый как он крикнул? Вот он, типа. А этот про Карифана что-то втирал. Вот тебе лупас. Так. А, вот и который первый голос был. Это ты ли? Ты ли, чё ли? ССД, рубасы. Бабосы. ЖП. Все продадим. Мажусь вазом. Сейчас проорем. Завалим его. Да ща порвем его! Как это кровожадно-то было.
Ну вот, какая-то броня уже приходится несколько раз. А по мясу прям хорошо входит, да, АП-20 патрон? Грудак дикому простреливает. Неплохо так. Поморим еще раз. Ключик. Пойдем в общаге. А ключик есть, кстати говоря. А я когда-то за него 200 кусков отвалил. Оп. Это от МЧС базы, которая находится на развязке внутри в торговом центре. Первого этажа здесь и начнем развлекуху. Вот закроем, а тут комнату себе откроем. Даже выскочить из окна можно, скорее всего. Чтоб себя в западню сюда не загонять. Поехали. Ну дай льва, по-братски. Эй, надо было этого тогда вколоть себе, что-то я забыл. Ого. Это мы хотим убить. Желательно бы. Попробовать точно можно. Он где-то на перекрестке сейчас, где шаверма, мы в ту сторону. Хотя там 100 метров. Да пошел ты в баню. Лучше я вообще на туре общаги тогда сейчас просмотрю. И аккурат, когда в трехэтажку заберусь, тут быстро я сейчас все сделаю. Следы не оставим. Колем добро. Вот так вот. Как раз я как в трешке буду, так он и подъедет. Если он в общаге курс держит. Там моего СМРки. И бомбанем. Приятного аппетита. УСО работает. Еще целых 3 минуты будет работать. Давай, не спеши там. Да ну. Ой, нифига, смотри, какой поиск. Вжух, 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 вжух. Просто пооткрывался. Вот я и говорю, тут очевидно видно, что скорость поиска выросла в разы. А вот что по лоту, что-то нафиг его знает. В предыдущем рейде, по-моему, это поинтереснее было. Золотая цепь. Неплохо. Пошли в трешку. Кажется, что тихо. Здесь мы на третий сразу же. В первую очередь меченку гляну. Водочки. Закрыто.
На ключ. Ух ты. Т5000 Орсис. А мы тебя куда пристроим-то? Вот так только, если вот это выкинуть. Блин, а он, по-моему, тоже не вместится. А если вот так, это вот так, потом вот так, тоже не помещается. И ствол не отрежешь, да? Тогда вот так. Глушило вот так. Это вот так. Вот так. И где-нибудь на крайняк сейчас СКС скинем. Если будет такая нужда. Служивый! Это ты для меня тут охраняешь, да? Ну и здорово, значит, тут никто не сидит по углам. А что, Диса Хэтр, Диса первый здесь. Да, ну. Мосинка снайперская. Короче, рейд рейду. Не Блад. Не сестла. Чистой воды рандом. О, блин, я думал сок. И тут закрыто. Хорошо. Посмотрим еще один сейф. Тут сейф остался. И остался еще один сейф на таможне. Сюда. Водка, что там? 15 сейчас, наверное, стоит 20 максимум. О, а машины нет. На мана. Тогда пойдем. Прекрасное далеко. Тогда придется мне... Ну, не то, что придется. Тогда я, наверное, не буду артачиться и схожу в сторону таможни. Посмотрю, еще там наверх залезу. В офисе таможни. Это мы возьмем, жилет дикого можно выменять. Блин, еще один. Че, СКС тогда кикинем? Тут еще пару курток есть. Склад, ищу сникерс. Короче, жилет дикого сейчас стоит... Тысяч, сколько? Много. Его проще сейчас за сникерс сменять. Вот так вот сделаем. Вот. Пофиг, пусть лежит это СКС. А мы потихоньку будем выходить отсюда. Начинает уже темнеть потихоньку. 25 минут есть. Трейлерный парк, ВСРФ, лодка. Все в том направлении примерно. Под палаткой еще один ящик. Вот он. Как меня интригуют вот эти вот 6 неопознанных ячеек размером с льва. Где-то, в общем, тут терся этот типчик. Последний раз, когда стрелял, я его здесь примерно слышал. А, нет, он, наверное, внутри там на территории был и со снайпером, да, стрелялся. Посмотрим. Если кто на стройке,
О, я слышу настройки кого-то. Стройка ВСРФ, и на таможню заглянем и домой пойдем. Это дикий был, да? Обычно дикие так топают, патрулируя. Где-то там что-то там чапает, возится. Да, дикий. Есть. Кабанчик. Снайпер. Ага, снайпер готовый лежит. Значит, я примерно угадал, что тут происходило. Так, от Тритон мы можем... Ух ты, куколки-тряпочки. В Тритон можно. Тритон впитать. Двадцать тысяч на дороге тоже не валяются. Пока вообще не стемнело, на ВСРФ хочу сходить. Тут тайник еще есть, подпялимся. Подпялимся, тайничело. А тайничело все уже, амба. Съеден. Ну ладно. Да, и лазарет дверь открыта, и лазарет тоже лутанный. В таком случае, господа нехорошие, ВСРФ. А ВСРФ прожектор не горит. Ну и не надо. Есть дикий. Еще один. Они прям передо мной. Ну все, блядь! Падла, они прям за спиной у меня заспавнились, представляешь? Только на остановку зашел, сходу двое фук и появились. Магия! Ну поехали! Все, приехали. А давай посмотрим тела, что. Сумка еще тут есть. О, МК побольше. Нифига ж, на 8 ячеек. Ой, на 4. Это дорого можно продать, с нее что-то варят люди. Или бартер какой-то там. Тайники тут есть. Где-то на той стороне. Ну, за спиной, я имею в виду, где-то стрельба. Ого. Хорош. Блин, если я выживу здесь, неплохо так вынесу. По деньге-то. Слева. А, фигня. Хлорка. Продюсеру оставим.
По планам осталось только, короче, таможню посмотреть и буду выходить. Не вышло у меня в этом рейде никого подстрелить из ЧВК, к сожалению. Очень скудно на ЧВК. Но зато, я, если выживу сейчас в этом рейде, то я 100% поставлю себе следующий максимальный уровень биткоин-фермы. День уже не зря пройдет. Как атмосферненько вообще. Вечер, дождик, гром. Лут. Во, электродвигатель. Он мне как раз в аккурат нужен будет для биткоин фермы. Мне их покупать кучу целую надо будет. А они 40 тысяч стоят. 1-2 это фигня, конечно. Ящик открыт, кто-то лазил. 1-2 это фигня купить, но когда их надо 10 купить, это уже 400 тысяч. Думал, тело лежит. Тут у нас... Нет, заперто. Хорошо. Значит, никто здесь не лазил. Либо без ключей кто-то был, либо дикий какой-то шарился тут. Ну, либо третий вариант просто заигнорил тупо. Коля. Жахнем, Коля. Да, вкусняшка. Вредняшка, вкусняшка. По компьютерам мне что надо будет? А, ну хотя кулеры мне пригодятся. Тоже для биткоин-фермы. Вот. Хорошо. Так-то они сейчас обесценились, кулеры. Тоже не больше 20 тысяч. Тысяч 15-12. Это уже не надо. И сейф... Нет. Сейф, говорит Отвал Петрович. Сейф только денежку выдает. Что это у меня? Ну вот, сорокет наковырял. В этой корзине разведданные могут спавниться. Ходят слухи. Ну все, парни. Что тогда? Я на деревьях, на трейлерном парке, наверное, выйду. Посмотрю еще синюю сторожку. Там тоже сумочка имеется. Хотя можно было бы по гаражам, но это такое уже. Ходить с полным рюкзаком и искать что-то конкретное уже в конце рейда. Посмотрим, что есть тут. Возьмем более-менее ценное что-нибудь. Пойдем. Домой. Это уже темно, дождь идет. В убежище поваляемся. Кинцо залипнем или книженцу почитаем. Бумажка нужна. Так. Понятно. Тут в автобусе ключик может спавниться, но очевидно, что он мне уже не нужен. Чисто на продажу есть только.
Что здесь сумка? Заберем. А сумка еще есть в гараже здесь. Глянем сумочку. А нет, багажник открыт. В шохе. Все, делать тут больше очевидно нечего. Ну ладно, я тогда пошел на выход. Больше мне ловить здесь нечего, а терять пока есть что. Лучше я вынесу все это добро, чем шарохаться там по ночным гаражам. 13 минут до конца рейда. Да, я весь рейд почти прогулял. Ну неплохо, хороший рейд. Хотя бы по луту. Итак, полчаса ушло на то, чтобы завалить семерых диких. До двадцатки я так и не добрался. Ну вот оно и добришко. У меня как раз место заканчивается в схроне. Сейчас я это все продам и посмотрим, что из этого всего выйдет. Сколько я за сегодня заработал. В общем, правдами-неправдами, много ли, мало ли, но больше миллиона удалось продавать. Причем я часть оставил себе того хлама, который мне пригодится для апгрейда фермы биткоин. Плюс не продал еще SSD, MCS ключ и GP MCS. Чуть больше 30 тысяч ключ сейчас стоит. Дешево-дешево. Так и закончился этот день кровавый. Докупаю еще две видеокарты и имею возможность дополнить теперь до максимума второй уровень биткоин фермы. Закупаем третий уровень, берем датчики давления, покупаем на барахолке, покупаем процессорные кулеры, ну вот я и говорю 18-17 тысяч, они подешевели. Силиконовые трубки докупаем, ну и электродвигатели конечно. Время постройки займет 96 часов, но все, я все полностью улучшил зато в убежище. Останется только видеокартами заполнить ферму и вся любовь. На сегодня у меня все. Надеюсь, выпуск вам понравится, несмотря на то, что прогресс был не очень большой по квестам. Всем удачных рейдов, ждем вайп. Совсем скоро, я думаю, уже он будет. Всем хорошего настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.